алейкум, эфирде хабарлер, студия Дамен, Фатиме Сейдаметова, Чолошам, Вешмдагода, Хаха, Более Малюмат. Джумхурет истисалында 60 миллион рублелек робот. Қырым татарлар шырасынан офисах межете оз қапыларын ачты. Хафсыз ве кейфетлі араба йолар адыл Мелелей ханын омерге кечірілуі Қарасубаза районында Тамир Насыл дереджеде. Аграрная көнде яңы илячхане ачылды, енді ерлі сәкенлер илячыларының сымары шете білелер. Қырым ве коми джумхуретлері арасында мұнасибетлер систем шекеленде инкешаф етмекте. Бұақта Сергей Аксенов, Сергей Гапликовнен Курушкин вақыт хабаратта. Коми джумхуретнан елбашчысы Ярмадаға іждері тонен келді. Оқайдеткенне көре джумхуретлер арасында жбірлікнің эсас юнелішлерінден бұры. Бұ ярмадамызның шифаханелерінде коми сәкенлерінің ратлануы тешкіл етуы дар. Тасил спорт ве мединет саларында қаршылықлы мұнасибетлер де музакере етілді. У нас есть предложение, то есть совместное, будет такая создана рабочая группа, которая в течение одного месяца даст нам на стол Сергею Анатольевичу рабочие предложения, друзья. Поэтому хотел Сергею Анатольевичу сказать спасибо, нас всегда поддерживали во всех без исключения начинаниях. Так что работаем, расширяем взаимодействие. Спасибо. Спасибо. Ахмеджетте пиво ве алкогольсыз комбинатының яңы донатмасына, вянбарының ясалмасына 135 миллион рублеге яқын пара масраф етілді. Яңы робот заводының істесалыны 40%-ға артырачақ. Модернизация етілген анбар есе чоқча мақсулатына сақламаға ярдым етеджек. Ильмас Аблакимова тәфсілятларнен пайлашмаға ашықа. Санаи роботы демырке галарна ача тёке ве капата, джирьяны максус датчиклер ве компьютер не заретете. Бойле ярдымджи ишке хошулган сон семерли 40%-ға артты. Намного полегче, конечно. Нормально, нормально. Четелде ясалған роботы ишханеге 60 миллион рублеге тушты. Бойле техника хырымда ильк сефер чалыша. То оборудование, которое применяет, технология, которых может только позавидовать. Все, конечно, это все вселяет в нас вот тот оптимизм крымский. Дабыр яны керсетілген шей азыр мақсулат үчін зиманевий анбар. Буаман-аман уч ярдым бин квадратметрден ибарет олған ер. Мында ичде сыжақ кешмей анбарның ичінде ось микроклиматы бар. Давайте, это хорошее дело. Начинается замечательно наш день сегодня. Буанбар Ахмеджетеке заводының территориясында ерлеше мында юзлерде тон алкогольсыз мақсулар сақлы тұтула. Увеличилась объем перевозимой продукции на 25%. И данный склад является термосом, не пропуская сюда тепло снаружи, а продукция завозится сюда при температуре 10 градусов. Қырымдаки пиво ве алкогольсыз комбинаты Русияның епсы регионларына вечетелге ось мақсулатыны сата. Вы сами уже, наверное, видите, что мы каждый год что-то делаем. Мы за последние там, 4 года инвестировали в производство, значит, в новое оборудование 1,2 млрд. Моэсесе бір күнде яры миллионға дешеше алкогольсы сычмелік ве пива чекара сыджақ мевсеменде есе бұрақам миллионға жарта. Эльмас Аблакимова, Эльдар Заитов, Миллеты Чун. Топрақ мұнасибетлері мескен мүлке тресмелеш тұрлевове мал мүлкнен бағлы меселелер. Енді бұсу алерге жевапларыны Қырым татарлар шырасының офисінде тапмаға мүмкін. Яңы бенақ мезет шерінде Деска соқағы 10F 47 квартир адресі бойынжа әрлеше. Қабылар автада үш кере кечеджек, базар ертесі Чаршембеве жұма күнлері сатондан 16-ға жем. Адледжінің месле атыны салы ве жұма ақшамы күнлер алмаға мүмкін. Binden çok insan indi buraya kabul günlerinde gelmişler. Kendilerinin sualleri, düşünceleri, sıkıntıları, problemlerinden binlerce insanlar bunda müracaat etmişler. İşte bu da bugün hem siyasi hem her tarafına bakacak bir kurum kurulmuştur. O da milletimizin şurasıdır. Allah nasip ederse milletin yardımcı olacak, gözyaşını silecek, balacıkların başına сипалаяжак, ерміз бар дейчек. Ачылов тетбору сыджақ ведостане мөйтінде кетшті топланғанлар одаларда чалышмаға мүмкін олғанына тешкерді алар. Үч кабинет кеніш конференц-залы, ярық қабылхане ве ашхане енді азыр. Уже в некоторых регионах созданы дорожные карты, которые позволяют решать насущные проблемы.
Это очень важно, мы уже взаимодействуем с различными органами власти. Шура кечкен сеним артынын 29-ында тешкелетилген ада оңа 15 адам кырды. Бул Чешилт юнелишлеринин векилери, руханилер, спорт, мединет, тибет ве тасил салаларынын темсилчилери. Ачылганындан берле Шура дайыми шекилде чалыша, онун эсас максады эли ве акимет арасында ачык субет тизмектир. Членами совета являются наши крымчане, которые в каждой своей сфере, культуре, спорте или иных в образовательном направлении являются профессиональными, высокими эталонами, гордостью нашего народа и в целом крымчан. Поэтому, безусловно, профессиональный ответ или профессиональное разрешение этого вопроса будет обречено на успех. И я надеюсь, что это именно площадка, легитимная на сегодняшний день, будет эффективно работать и решать на созидание всех тех вопросов, которые необходимо решать сегодня в республике. Шура девлет акимиеты органларынын бирабернда бою кыш кечерда. Бу эм зынжырлы медресенон ве дервишлер текесынан кайтырылуу, эмди ислам тасилинан гайрыдан жанландырылуу. Девлет дума мебусы Руслан Бальбек семирле каршылыклы мунасибетлер девам этирилечек деп ишандыра. И отдельно хочу выделить, это Крымско-Татарский музей, который к нашему студу вот 30 лет ютился в подвале. Вот низкий поклон Софье Ханум, как хранительнице музейных традиций крымских татар. И, конечно же, Совету крымских татар при главе республики. Сегодня на встрече с главой республики было принято решение им о выкупе в центре города здания около 1000 квадратов на нужды Крымско-Татарского музея. Это все достижение, конечно же, заслуга деятельности Совета крымских татар при главе, наличие прямого канала коммуникации к высшему должностному лицу. Ахмеджит районун Левадки көйүндө тантаналы шекилде кадыр жамесинин ачылыш тедбору кечирилди. Кырым мусульмандары үчүн бул муим вакыадыр. Диний иншаат 7 жыл девамында тикленилди. Унун куруучулугуна бүгүнкү ерле сакинлер тарапынан көрсөтүлдү. Илехилер, ижра тилевые монета адлы балайыр ансамблынын чыгышлары. 40 күн жамиге катынап, аяк машына бакшышы ал, эсерлеп алуу конкурс галиптеринин мукафатланууу. Бул эпсыны тантаналы тедборде көрмөгө мүмкүн эда. Мирасимге мукбирмиз Айше Шулакова кошулду. Бүгүн Ахмеджитке якын жерлешкен Левадки көйүндө кадыр жаминин азбарында сабадан адам чок. 4 комшу көйдөн мусульманлар топланды, атта куранталарынан келгенлер болду. Шүкүр, мына көйүмүздө бөле жами болду. Инсандар бек чок келе. Эр вакыт бизлер кубана-кубана бала чага торуннар эпси келелер иште. Макамлы иляхилер, ислам дина акташ ширлер, эманет бала вокал ансамблинин чыгышлары бул тантаналарынын тек бир кысымыдыр. Жеми курулуунда фалиштырак эткенлерни кырым мусульманларынын муфтисы Ажы Эмирали Аблаев шахсен хатыра бакшышларынан тагдырлады. Кадыр жами Осман услубунда курулган 12 бембей асминаре яраштыра, эр бырынын юксеклиги 40 метрни тешкил эте. Кырымда боле 2 минарели жамилер тек бир кач данедир. Кубелерни ве кулерни теклемек үчүн Туркиядан усталарны давет эттилер. Жаминин ички безетилүүү өз дүлберлигинен айретте калдыра. Таван ве диварлар элинен жасалган кысымларынан, Куранда алынган сүрөлөрүнөн, витраж пенжерелеринен ве буюк авизенен яраштырылган. Жамини 7 жыл эвелиси куруп башладылар. Биринчи намаз 14-нчи сенеси кылынды. Жеми бу жылдар девамында чалышса беле, ресми шекилде онун капулары тек бүгүн ачылды. Сегодня праздник, мы открываем одну из самых красивейших мечетей в Крыму. Священный день для мусульман, пятницу, накануне Курбан-Байрама. И красота этой мечети, это, наверное, красота тех отношений, которые царит в этой общине. Жеминин ачылышы жума күнүнө рас келгени де тимсалле. Бу мусульманлар үчүн мубарек күн. Топланганлар бирабирликте намаз кылдылар. Ону кырым мусульманларынын муфтиси Эмирали Аблаев кечирди. Милletimiz үчүн хайырлы мубарек болсун. Жамилер hep артсын, ачылсын. Ама шашмаламак керек ми? Кендимизди жоймак керек ми? Millet olarak bir yolda, bir dilde, bir fikirde, bir sözle yaşamamız gerekir. Allah hepimize hayırlı mübarek eylesin.
Тедбирде 40 күн жәмеге қатнап, аяқ машина бақшышы ал. Серлевалы конкурсын нәтижелері чықарылды. Акцияда яқын ерлешкен үч көйден оғланчықлар иштирак әттілер. Енчоқ бал 12 яшлы Сыдық Рамазан Садыков әлді әтті. Ойыр күн жәмеге ескі аяқ машинада қатнады. Жәме оның әйвінден 3 километр ұзақлықта ерлеше. Пек істейдім, яны бір аяқ машина. Ве олі бір имкен олды, маға хиде әттілер. Сон бегене сама? Пек бегене. Бүгінгі күнде Қырым сәкінлерінің фікіріне көре Қадыр Джами ендюльбер джами сайла. Мында құрыжылық толу шекілде екінленді. Азбар қораланды, ине япрақлы тереклер ве гуллер сачылды. Дух захватывает и хочется, чтобы мы продолжали общее совместное дело с нашим Эмирели Эфенди о том, чтобы все без исключения мечети, которые строятся в Крыму и которые уже есть на сегодняшний день, всегда были открыты, чтобы у каждого мусульманина в Крыму была возможность всегда прийти и помолиться Всевышнему. Бүгін жәмеде бош ер қалмады. Атта бинаға сығмайып, асбарда қалғанлар олды. Олар әпсі Қырымда бойлы дүлбер жәмелерінің сайсы артқанына қуаналар. Айша Шулакова, Аким Бекеров, Миллет үчін. Қарым фермаларында айвамлар үчін 85% ем азырланды. Бұақта Қырымның қоқ ұжалығы везірі Андрей Рюмшин хабиратты. Оқ, Мезжет ве Джурчи районларының аграрилерінен құрышты. Бұл мевзуның Деваманев беті келіп қамызда. Комбайны сас ішіне кечті. Башта у от орта, сонра доғырай. Қырымда айвамлар үчін ем топланып башланды. Ем азырлануы көй қожалықта ән мұйым қысымлардан барыдар. Бұ ағыр ве девамлы иш. Ама Вячеслав бұңа алышты. О әр күн саат 6-да тура ве тарлада чалыша. Тежребесі 15 елдан зияды. Изначально подготавливаем технику, то есть смазываем, смотрим уход ее состояния. И все, в принципе. Потом в течение дня все это просматриваем, как бы, и все. То есть, как... В этом году сложнее, потому что урожай, сами видите, не сильно высокий, как бы уборка хуже идет. Агрономлар мысыр бұғдай берекетіні топламаға да планлаштыралар, амма ярамадамызның авасы ойс хайделеріні кірседі. Яғмұрлар ас янғаны себебінден 500 гектардан берекет емге кетеджек. Бұйыштың тешкермек үчін көйқачалық визері келді. Айвалар асравчылық үчін емлерінің кейфиеті юксек севиеді олмақ керек. Задача перед коллективом поставлена, значит, накормить, не просто накормить скот, но накормить его качественно. Поэтому здесь мы работаем с наукой, значит, у нас есть консультанты научные, которые балансируют корм, балансируют рацион. И тем самым мы получаем неплохие результаты по валу молока. Задача перед коллективом сегодня стоит... 8,5, вышли мы на 8000 литров, но 8,5 вот надо достичь этого. Комбайн ичинде емна керекли бактериаларнен иляджиланган аппарат бар. Бундан сон ем басыла ве керекли модельлернен тулдурла. Бу ал да зияды суд олмаға имкан бережек. Бүгін Джурчи районында 6000-ге яқын айван бар. Олардан 2400 сығыр сағыла. Бір суткада олар 80000 тонна сут берелер. У нас общая численность земель 4300 гектаров в условиях суходола, где в нашей зоне всего 350 миллиметров это годовых осадков, мы выращиваем только грубые корма, то есть то, что не можно завести. Это силос, это сенаж, потому что завести его, такой объем на 3000 голов, это невозможно. В сутки комплекс потребляет 200-220 тонн корма за сутки. Джурчи фермасы Крымда бренджилерден сырасында ем азырлап башланды. Бувақы девамында олар яхшы нәтижелерге ирыштылер. Бу себептен сахырларға бір бучук йыллық ем азырланды. И сегодня можно сказать, что Крым вступил в фазу заготовки сенажа, силоса. Сенаж мы уже закончили, выполнили на 104%. Сена на 107%. Наша задача заготовить 70 тысяч тонн, заготовили 18 тысяч тонн сегодня по Крыму. Я думаю, что в течение недели, максимум двух,
этот вопрос будет закрыт. Койхожалық визир Андрей Рюмшин айтханына көре бүгін қырым озыны емнен 100%-ға темин эт. 2019 сене ем азырлануы бойынша эн яқшы еллардан бары улғанны қайт этті. Мухаммед Зикриев, Свиля Меметова, Магомед Нестуров, Милет үшін. Кефе трассасындан Қарасу базар районын Кокташ көне жолған юл қысымы 45 миллион рублеге тамир етілежек. Қырым Жумхриеті Араба юлар қызметінің мудирі Александр Нефедов кележекте асфальт төшілежек ерні тешкерді. Ишлер қавсыз ве кефетлі Араба юлар аглы мили лейха. Әмелге кечірлеві черчевесін диалы барыла. Зенадашымыз Мухаммед Зикериев яңы технологиялар ақта тариф етежек. Кокташ қазабасында йолар еч бір вақыт йоқ еді. Ветек ярым асырдан сон йол құрылып башланды. 15 бенден зияды техника нұсқасы. Чешіт машиналар, ишчелер ратланмаға вақыт тапмайлар. Объектіні августының сонына же екінілемеге планлаштыралар. Олажақ йолының темелі ресайклер деген машинанен азырлайлар. Бу асфальт төшеген арабадыр. 30 тоналық машинаның дүмені башында Роман Колесников, РКШ, әнді 5 йылдан зияды бұтын Русияды йолар құрудылығынен оқыраша. Алман асфальт төшеген машинаны айдамаға пек бегене. Кабинаның ішінде кондиционер чалыша, әршей автомат шекілінде япыла. Ну, эта машина смешивает цемент, воду. Щебень, грунт, старый асфальт не выкидывается, а перерабатывается в новую дорогу. Безотходный вариант. Кефе трассасында Кокташ қасабасына же йолының ұзынлығы 3 километрден зияды. Я думаю, в течение 2 недель будет закончено полностью основание. Потом необходимо 3 дня на стабилизацию этого основания. Подсохнет оно, и можно будет уже где-то через 2 недели будет укладываться асфальт-бетон. Шымды қырымда эпсы йоллар зиманеви технологиялар бойынша құрыла. Бусуф ресайклинг системасы. Сперва идет бункер, в котором приготавливается специальная вяжущая, специальная эмульсия, которая впрыскивается в основание. Дальше идет самый главный механизм, это ресайклер. В ресайклер подается это комплексное вяжущее, подает сюда на барабан, где происходит перемешивание существующей автомобильной дороги. После него выходит уже разрыхленное основание, да, и его прикатывает кулачковый каток. Бүгінгі күнде кезлеф йолы 75%-ға азыр. Бұйыл қысымының фиаты 1 миллиард рубледен зияды. Объект құрылып біткен сон, йол 4 йолақлы олажақ. Теперь до окончания курортного сезона работы в пределах проезжей части осуществляться не будут. Будут выполняться работы за пределами проезжей части. Это переустройство коммуникаций, какие-то местные проезды будем делать и работы по искусственным сооружениям будем оставлять. После окончания курортного сезона 15 сентября мы приступим дальше к работам в пределах проезжей части. Экобин 18-й сенесінден экобин 24-й сенеге же Қырымда бенден зияды километр йолыны тамир әтмеге планлаштыралар. Капиталь тамир экобин километрге япылажақ. Малия Айрулының көлемі бұ деверде 14 миллиард рубледен зияды олды. Мухаммед Зикриев, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Қырым мединет везірінің муавину оздуған күн орфесінде дебе ақшам кечерді. Исмет Заатов 65 яшқа кіречек. Августның 5-інде о Қырым татар халқының мили музыкасы ве мединетті сірлевалы әсірлерінің бұрынжы томыны тағдим етежек. Тамам бұ вақаны о бүгін Гаспринский адына китапханесінде Қырым татар мединетінің векілерінен музыкер етті. Базар әртесі о китабын тағдим ерасымы олжақ танытуы. Франкодына кітапханесінде. О китап 5 томлық бір мені чалышыма олжақ иншала. Қырым татар музыка мединетінің тарихы деген бір чалышыма бірінші китабын кетірежекілі, бірінші томын. Ер бірмескен ерде Илячхане. Аграрная қасабасында Крым формация ағының девлет Илячханесі ачылды. Жумхурет елбашчысының авалесы бойынша 2019 сенесі девамында бұл программа бойынша енді 2-інші Илячхане ачылды. Эсас мақсат әліні Эльвера Шлефиатта сатылған керекле Илячыларнен теминлемек. В наших аптечных учреждениях представлен широкий ассортимент лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения,
Мы работаем со всеми поставщиками, со всеми дистрибьюторами. В нашем аптечном пункте будет доступна услуга индивидуального заказа на лекарственные препараты, труднодоступные в свободной продаже. Для осуществления этой услуги надо будет обратиться к фармацевту, заведующему аптекой. Есть перечень, который также в частных клиниках, в частных аптечных пунктах он просто недоступен, потому что есть определенные сложности с его приобретением, как бы и продажей, и контролем над продажей. Поэтому многие коммерческие аптечные пункты не хотят этим заниматься, и, соответственно, у людей появляется как бы дефицит в этих препаратах. Бойылдан Крым фармация лечханесы эрбір поликлиника янында бар. Небетеке более ноқта Алушты шер округында бойы кламбат көнде ачылажақ. Ахмеджет, Крымская весна, Длавта Юрушну Каршлада, Улуватан Дженкенон, Етмаш Беш, Елыгына Бахшланган, акция Даза, Каменск районын ветеранлары ве казаклар штракаттелер. Ну, я думаю, что из года в год мы будем увеличивать наши взаимные встречи, общение. Ну, а вот относительно круглого стола мы гордимся, что у нас тоже в городе есть ветеранское движение. Крым федеральный университет НДНД Агыр урология хасталықны тедавиле пола джахлар. Алеков юртын урология болюгы НДНД яңы донат майлды етті. Бұл лазерлер, наноимпульс генераторлар ве ультразвук скальпеллера. Бұлар эпсы муреке памелиатлар кечірмеге ве олардан сонки деварны бор екі күнгеджі қысқартмаға имкен бережек. Меркезге өксек технологик тебе ярдымға мұқтач ирбір хаста мұраджат етмесі мүмкін. В этой операционной все сделано для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю урология, и она адаптирована для работы. Там есть то, что позволяет оказывать помощь в настоящее время здесь для жителей Крыма в системе обязательного медицинского страхования. Кечек көлемлі кемелер бойынша Девлет инспекциясы фортун алғанда. Ачық денізге чықуыны ве құртарыжы елексі суда юлжылар ташылуыны қайд етті. Суда қавсызлық бойынша рейд суда көрфесінде кечірілді. Бұақта Қырым бойынша чалышқан февкуляды вазетлер қызметі хабереде. Тишкеров 20 километр радиусында кечірілді. Девлет инспекцияның амутихасыслары ялда васталарының весіқаларыны геми ве аттракционларда юлжылар ташылуыны тешкерділер. Нәтижеде екі қаба бұзылуф тапылды. В ходе мероприятия, значит, были проведены ряд профилактических бесед с судоводителями. Выявлено одно нарушение судоводителем по ограничению волнового режима, за что составлено постановление, значит, вынесено постановление. Также, значит, в ходе профилактических мероприятий, значит, на пляжной территории были проинструктированы спасатели. Умумен елынан башындан кычы көлемлі кемелер бойынша Девлет инспекциясы 400-ге яқын рейд кечірді ве тамам шу қадар протокол тызды. Кезлевде телеве радио янла вақытынжы тоқтатылажақ. Қырым Жумхуретнон радио телевизион меркезі хабер еткеніне көре, бұ антенна матчтын шатларында тамир ішлернен бағлы. Тамират августын 5-інден 7-сіне қадар саба, сад 9-дан ақшам 5-ке жедевам етеджек. Технологик Тенефюз, Звезда, Вести ФМ, Спутник в Крыму. Крым радиостанцияларында да планлаштырыла. Бұндан да ғайры Шелкина қасабасында тамир ішлері планлаштырыла. Шерде ішлер 2 күн девамында, яне августының 5-інден 16-сына қадар саба сат 9-дан ақшам сат 4-ке жет девам етеджек. Мирный қасабасында халқара рейслер үчін яңы касалар павильона ачылда. Бинада 2 касы чылыша. Беклев зонасында ісі малымат берген стендлер ерлеше. Еркун курорт қасабасындан кезлевге вяхмезжетке емде ақын ерлешкен мескен ерлерге 11 рейс қатнай. Мирный автостанциясындан ергел 120 бенгдензия де адам елға чыға. Можно удобно посмотреть расписание, потом автобус подъезжает сразу сюда. Все комфортно, с уважением общаются. Очень кассир, приятная женщина, вежливая, хорошо нас обслужила, ответила на все вопросы. Недавно тут стояла старая автостанция, теперь тут поставили новую, и стало удобнее следить за маршрутами автобусов. Августның 4-інде Бақшысырай районын Кокос көнде көйдешілер көрішіп олып кечедек. Тедбір сат 11-де орта маледе ерлешкен жұма жәмеде башланыжақ. Дуадан соң халқымыз қавиханеде лезетлі емеклер әлі донатылған софра башында топланып, музыкалы ғленжеве қатырларынен тарихке далажақ. Шымды күдақаға бойып сұхаберлер келеджек әйін мұзны егірмі бұр бұчықтаға чырманас. Хайрлық шамлар.